Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве на адресе бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется складной велосипед от украинской компании «Команча». Это велосипед складной, размер колеса 20 дюймов, рама алюминиевая, легкий, классный велосипед. В описании следующее. Покрышки здесь довольно-таки широкие, как мы видим. Это очень хорошо, потому что легко кататься по песку и по пересеченной местности. Если где-то надо будет проехать, покрышка будет иметь большое пятно соприкасания с поверхностью, легче проходить подъемы, спуски и ямы. Переднее крыло идет из пластика, у которого жесткое крепление с рамой в трех точках. Раз, два, три. И также четвертая точка вот здесь на вилке. Вилка здесь, конечно, стальная и жесткая. Рулевая, надо отметить, в этом велосипеде очень классно. Здесь рулевая мощная, полуинтегрированные подшипники. Юбочка вот так видно. Это класс. Класс велосипеда, потому что если хорошая рулевая, то и надежность большая. У велосипеда передний переключатель от компании Nexus. Три скорости, это ревошифты, ручки тоже анатомические, приятные, рука лежит удобно на руле. Руль может изменять угол наклона, вот так мы, получается, подняли и поменяли для себя угол наклона. Хлоп, и задержали, и вот уже ровно зафиксировали. Также изменяется, вот можно складывать передний руль, стоит поднять вот так вот тот рычажок, и отщелкивается, тем самым руль складывается. Как вы видите, очень удобно и комфортно. В описании также стоит отметить, что данная модель идет в белом и в черном цветах. Педаль здесь металлические, и что самое удивительное, очень сильно удивило, на промподшипниках. Конечно, это трудно поверить, но на самом деле мы разбирали, смотрели. Педаль идет вот это вот металлический корпус, вот этот пластик, и внутри, получается, подшипники стоят хорошие промы. Идет защитный щиток, чтобы цепь ходила и брючину не западала. Сзади стоит переключатель Nexus, все так же планово, без проблем. Пластиковое крыло. У велосипеда сзади отражатель есть. Также велосипед показан, я сейчас покажу, как он складывается. Все банально, опускается седло обязательно, середина разбирается, надо рычажок повернуть, и тогда, получается, откидывается. Вот. Ваш велосипед в сложенном состоянии. Также у велосипеда в дополнение идет вот такая специальная липучка, которая перетягивает само колесо, и вы можете уже спокойненько велосипед сцепить. Это от компании производителя уже идет само по себе. Приятное, хорошее новшество. Мало того, велосипед имеет алюминиевую раму, легкий вес, выходит все вместе недорого и комфортно. Вот, получается, велосипед собранный, в собранном состоянии легко транспортировать, его даже можно под кровать положить. Если вас заинтересовала данная модель, подписывайтесь на наш YouTube канал Веловива. Будем рады вас видеть, отзывы оставляйте.